Друзья, здравствуйте, это Юрий. К сожалению, сегодня речь пойдет про подделки, подделки на Авито. Я не думал, что я столкнусь с этой темой, но, к сожалению, достаточно неплохого качества подделки стали появляться в России. Это не те часы, которые даже по картинке видно, что, ну, это не часы. То есть модели, где, например, хронограф, а на самом деле там стрелки приклеены, это даже видно по картинкам. Сейчас мы с вами имеем дело с достаточно хорошим, я бы сказал, качеством подделки, и человек, который не разбирается в часах, либо же поверхностно глянет на картинку в интернете, он может, к сожалению, не отличить подделку от оригинала, купить себе за 14500 часы, которые стоили $1000, и думать, что выиграл в лотерею. Давайте разберем двое часов. У данного продавца сейчас есть еще и третий. Про них мы говорить не будем. Там, скорее всего, оригинал, что удивительно, потому что есть и гарантия на фотографии, и инструкция, и коробка. Да и часы, в общем-то, выглядят как оригинал, не знаю, где он их взял. Но про эти две модели стоит поговорить отдельно. Начнем мы с синих. Дайверы Seiko 2018 года, по-моему, выпуск. Называются они SBDC 055, синий цвет циферблата, переходящий в черный в районе 6 часов. Достаточно красивая модель, и, честно признаться, я долго думал, а может быть, действительно, это некий мод, о котором писали в Телеграме. Я эту тему, кстати, в Телеграме поднимал несколько дней назад. Так вот, люди высказались, а может быть, это мод. Нет, все-таки не мод. Давайте докажу, покажу и объясню, почему же я считаю, что это подделки. В основном все претензии по этим часам сводятся к безелю. Смотрите, первое, разное написание цифр. Цифра К1, она, ну, явно выбивается, но явно другая. Рядом под номером 5 метка на 12 часах, она также огромная. Но это все, в принципе, не говорит о подделке, это может быть мод безеля, да? Давайте идем дальше. Также метка под номером 4, она также не такая, как на оригинале. Под номером 6 грань безеля, боковая грань, на оригинале она была покрыта синим IP-покрытием. В объявлении у данного продавца безель обычно стальной, но опять же это все только безель. Возможно, безель был заменен. Давайте смотреть дальше. По цифре 2 у меня выделена часовая стрелка. В оригинале это была стальная часовая стрелочка со стальной, скажем так, окантовкой, и внутри залит люминофор. На часах из объявления какая-то стрелка, полностью залитая краской, или люминофором, или чем, непонятно. Следующее, номер 3, отличие в секундной стрелке, она другого цвета. Да, можно сказать, что, возможно, поменяли безель, поменяли стрелки, то есть полностью взяли нормальные часы, раскрочили и поставили вот это. В принципе, так сказать можно. Но давайте посмотрим внимательно на метки и на толщину, как это назвать, грани, да, то есть сама метка внутри люминофор, а сбоку, то есть рамка метки, на оригинале видно, что она качественная, довольно-таки толстая, на часах из объявления что-то тонкое, непонятное, явно это не оригинальные метки. Следующий момент, люминофор. Посмотрите, какой он должен быть и какой он есть. Здесь, по-моему, все вопросы сразу отпадают. Да, конечно, можно возразить, что поменяли безель, стрелки, циферблат. Только для чего это было сделано? Видимо, для того, чтобы не оригинальные часы выдать под оригинальные. Да, и сразу хочу сказать, что без вскрытия, конечно же, без просмотра механизма, сказать конкретно, что это подделка, нельзя. Но на данный момент слишком много говорит о том, что это часы не оригинальные, к сожалению. Следующие часы здесь, знаете, если разобраться, то история просто смешная, до, в общем, очень смешная. Это именно то объявление, которое я заметил на Авито самым первым, именно о нем я написал в Телеграме, но, как оказалось, я перепутал оригинальные часы, эта подделка была совершенно с других часов Seiko, но не спешите думать, что я совершенно не понимаю в японских часах. Просто эта подделка вообще непонятно чего. Давайте по порядку. SBDC 077. Модель, выпущенная специальной серией для японского рынка, по-моему, для бутиков. Сначала я решил, что это подделка именно на данные часы. Но если посмотреть на заднюю крышку, которая также фигурирует в объявлении, то видно, что на задней крышке написано Limited Edition. То есть это лимитка.
А на задней крышке оригинала не написано вообще ничего, даже Special Edition не написано. Кстати, посмотрите на фактуру задних крышек, а особенно на промежуточную часть между вот центральным, да, волной, между центральной волной и скосами. Вот эта большая, обширная центральная часть, она матовая в оригинале и какая-то глянцево-зеркальная на часах из объявления. Касаемо надписи, Limited Edition присутствует на задней крышке совершенно других часов. Они также имеют зеленый циферблат, выпускались в Японии и назывались SBDC-059, и выпуск был 1000 экземпляров. Поэтому, скорее всего, подделка была под эти часы. Но здесь просто темный лес. Вы посмотрите, они даже не похожи. То есть модель, реально, под которую хотели сделать часы, она совершенно другая. Эти часы больше похожи на вот 077, которые были недавно. Если мы сравним с оригиналом, здесь, естественно, цвет циферблата просто совершенно другой. По цифре 2 я обозначил часовую стрелку, минутную, метки, то есть все в комплексе. Просто совершенно другое. На оригинале это более золотистое оформление, такое более нарядное, под стать лимитки. На часах из объявления непонятно что, тут даже говорить не о чем. По цифре 1 я выделил дату, она что на 0,59, что на 0,77 была на белом фоне. В этих часах дата на черном фоне. И здесь уже история про, например, некоторую модификацию, она вообще выглядит, ну, несостоятельной, потому что, чтобы поменять колесо даты, нужно полностью открыть часы, вытащить механизм и поменять колесо даты. Кто это будет делать на хороших лимитированных часах? В 2018 году они стоили $1000. Следующее. По цифре 3 и по цифре 4 опять же огрехи на безеле и метка 12-часовая на безеле и цифра 1 также имеет разное начертание. Безель 1 в 1, как на предыдущих синих часах. И также можете посмотреть на фактуру безеля, она явно матовая на часах из объявления, и она была глянцевая на оригинале. Люминофор также отличается, здесь легко можно по часовой стрелке это все понять. Также на фотографии подделки, все-таки это подделка, я уверен, на заднем фоне вы можете видеть застежку, которая явно штампованная, и естественно Seiko такие застежки в хорошие дорогие часы не ставит. Давайте подводить итоги. На 100% утверждать, что продают подделки, конечно же, нельзя, пока мы не открыли и не осмотрели механизм, но судя по фотографиям, на 99% можно точно быть уверенным, что это подделка, часы не настоящие, не оригинальные, покупать я вам этого не советую. Если хотите, я куплю одни из этих часов, 14500, деньги большие, не хотелось бы отдавать их никуда, но соберем, например, 3000 лайков и можно провести эксперимент, купить, вскрыть, посмотреть и тогда уже с уверенностью сказать, что это подделка или нет. Но, опять же, повторюсь, судя по фото, 99% уверенности, что эта подделка есть. Еще один момент, о котором хочется поговорить в конце ролика, может быть, сам продавец, вот этот Игорь Викторович, жертва какого-то обманщика-коллекционера, поскольку в объявлениях он, посмотрите, как под копирку пишет, что часы оригинальные, новые из коллекции не носились и надеваются, носятся только для какого-то там поддержания, непонятно чего. Пишет также, что нету ни документов, ни коробки, и что достались как часть коллекции. Но я вас уверяю, на 100% здесь без всяких оговорок, любой приличный коллекционер, он знает ценность комплекта, то есть ценность коробки, ярлычков, некоторые даже снятые пленочки оставляют. И уж тем более документы хранят, потому что если мы берем вот Seiko недорогие, единственным подтверждением оригинальности является гарантийная карта, где номер часов указан и печать магазина продавца. Такие штуки не выкидывают. И также хотел бы обратить внимание на отзывы о данном продавце. Есть и положительные, и отрицательные. Я так понимаю, что он и настоящие часы тоже продает. Вот, например, по командирским был положительный отзыв, но командирские стоят, извините, 700 рублей. И, наверное, их точно не подделают. А если вы посмотрите отзывы по часам Seiko, то все клиенты пишут, что это правда подделка. А что звучит в ответ?
Да вы, перекупщик, недобросовестный, хотели разжиться, а я такой хороший, поэтому сам дурак. Надеюсь, что никто из моих зрителей не останется в дураках, будет внимателен при покупке БУ часов. Обязательно требуйте всегда документы. Желательно готовьтесь к осмотру часов заранее, то есть подготовьте фотографии, какие-то видеоролики, посмотрите, чтобы вы знали конкретные принципиальные отличия настоящих часов. Но опять же, если что, пишите, звоните, всем всегда помогу. На этом все, крепкого здоровья, жму руку, носите самые лучшие оригинальные часы. Всем пока.